Всем привет! Что мы все? Метаба, Бош, давайте и про Макиту что-нибудь нехорошее. DHP-482Z. Вообще почти новый. Восьмой месяц 2020 года. Но внутри все идеально. То есть никаких оплавлений. Ни на щетках, ни на щеткодержателе. Вот они щетки. А движочек почему-то перегрелся. Подванивает и работает очень плохо. Редуктор он, смазка вообще свеженькая, новая, все чистенькое. Но сверху он опять, это тот инструмент, который у нас в рудниках работает. То есть вот он, такое покрытие красное. Магнитит, все нормально. Ну, то есть он только начал. До этого они приносили два шуруповерта и такой же винтоверт. Там сгоревший наглухо. Там в гарантии был отказ. Но там просто все оплавленное. В одном даже какое-то такое ощущение, что от сварки капля упала. Ну, там, скорее всего, так и было. Там корпус проплавленный и внутри кусок металла оплавленный. А здесь... прям, ну, только ротор. Как думаете, будет гарантия? Я надеюсь, что должна быть. Одобрили по гарантии и ротор, и новые щетки. Поэтому продолжим сборку. Вот наш старый. Артикул ротора 619-380. Давайте сравним. Ну, видим потемнение. Видимо, где-то навалили на него. Но Макита одобрила это все по гарантии. Самое важное здесь запомнить, как стоял статор. Вот этот магнитный. Магнитная обойма. Видите, здесь есть вот такой выступ. Она должна совпасть. Вот так. А потом вставляем вот эту пружинку сюда. Вот, установили, все ровненько. Закрутили. И теперь устанавливаем щетки.
щетки надо устанавливать так, чтобы вот здесь вот эти пружины попали в пазы, а вот эта часть не выпирала за щеткодержатель, не касалась ламелей. И чтобы вот эти провода не мешались и работали, когда щетка изнашивается, чтобы вот в этой направляющей они могли опускаться. Ну и закручиваем. Все, аппарат готов.